Всем привет! Наша подборочка за подписку. Прямо сейчас подпишитесь на канал, потому что подписка очень важна, если вы не знали. Они идут, они нападают на нас. О, всем привет! А наша подборочка за лайк. Прямо сейчас поставьте лайк. О, да, поставьте лайк. Ну да, конечно, нужен лайк поставить. Ну, конечно, как же без лайка? Да... хорошо, давайте, лайк мы ждем, и вот такая вот подборочка вас ждет. Да, конечно, а вы, подборочка, свалите, сегодня наш день. Ну ладно, давайте. Ну все, посмотрите, что вас ждет. Вот такая вот подборочка, лайко стоит, мы начинаем. Да, офигеть, ну как я буду проходить эти игры? Вы знаете, методом тыка. В прошлый раз, помните, я так и выбирал, закрывая глаза, прямо сейчас... И выбираю пальчиком. И вот эту игру хочу сыграть, но не заходит. Куда я зашел? Куда я зашел? А-а-а! Воу, это что за игра? Это GTA? Ух ты! Ну надо же! GTA Liberty City, друзья, методом тыка выбралась эта игра. Сегодня именно таким способом мы будем выбирать. Сегодня у нас классная подборочка, для вас подготовил. И да, я немножко приболел, 37 градусов, но ничего. Думаю, вы лайком меня поддержите. Давайте, друзья, поставьте лайк. И, возможно, я вылечусь, точнее, вылечусь, буду лечиться. Так, ну что, у меня не начинается игра, я не понял. Вперед! Вы оцените игру? Нет, пока не надо оценивать. Да, вот такая подворочка. О, внучата. Та-та-та-та-та-та-та. О, ладно, не будем мешать. Ну, короче, наши игры тоже тут есть. Да, внучата, есть. Вроде моей нету, но ничего. Ладно, дайте сыграть мне в GTA. Офигеть. Чё ты так говоришь, слышишь? Ты там не разговаривай. Так, мы можем бегать. Посмотрите, какой закат. Вау, фантастика. Вот это просто невероятно. Вот тут я, конечно, да. Я, конечно, в шоке, конечно же. Ну-ка, забирайся. Вау. Чувак, заберись на этот мост. Давайте просто глянем на этот прекрасный закат в игре. Офигеть. Посмотрите, да? Оу, тут даже электричка. А-ха-ха. Что это было? Так, садись, чувак. Чувак, садись. С кем там дерется? Это что такое? Кто это такие? Офигеть! Иди сюда, ты чего? Офигел, что ли? Что происходит? Я не знаю, друзья. Это какая-то дичь. Они всех перестреляли? Я не понял, так еще произошло? Ну ничего, мы погасим всех. Отлично. Как-то странно работает игра. Заметили? Что происходит вообще? Пошел вон! Оу! Ё-моё! Вот это, конечно, игру мы только что сыграли. Я даже не понял, что произошло. Методом тыка, закрывая глаза, вы через это отражение видите. Вот эту игру хочу сыграть. И... Оу! Sonic Dash! Отлично! Эта игра очень знаменитая. И очень интересный, да? Поэтому вперед! Вперед только за новыми приключениями и эмоциями. Мы начинаем с Sonic Dash. Давно не играл, но сейчас сыграем. Очень интересный раннер. Прыгай. Так, мы можем тут прыгать, можем как бы уворачиваться. А вот так работает? Ага, так не работает, да? Толком. Хорошо. Я понял тебя, Sonic. Так, отлично. Даже несмотря на... температуру, решил все-таки заснять вам ролик. Потому что, ну как же без ролика? То есть, эта подборочка довольно-таки интересно решил. Сегодня у нас фри день, друзья. Эта подборочка называется фри день. Периодически буду ее такую делать, чтобы именно определенные игры не играть, а вот такие вот чисто разнообразные, знаете? Я думаю, вам тоже интересно, напишите комментарий. Так, банковский бонус? Что такое-то? Вперед. Ага, ага. Вниз. Вот так вот. Отлично. Вау, смотрите, какое там озеро, да? Классно. Прыгай. Пью. Е-бой. Отлично. Направо. Мы забираем монеты. Я помню фильм «Соник».
очень прикольный фильм. Если кто не смотрел, можете посмотреть. Такой, знаете, чисто для чила. Чисто для чила. Отдохнуть, так сказать. Так. Вперед! Все эти крабочки мои. Так. В принципе, мы уже много прошли, да? Согласны? Забирай. Отлично. Ау, потерял очень много. Бам! Окей. Я специально ударился. Хочу показывать дальше вам игры. Окей, в принципе, фри день. Поэтому закрываем мы лицо. И выбираем. Бам. Так. Бам. Куда я зашел? Что за эта игра? Five Nights at Freddy's. У-ху-ху. О май гад. О, отлично. Ко мне зашел. Давай закрывай шторы. Ладно, как скажешь, чувак. О, и свет вырубай. Ну хорошо. О-хо-хо-хо. Отлично. Теперь приятной вам атмосферы и просмотра. Ё-моё, я бы не хотел на самом деле играть в эту игру. Но. Придется, потому что выбралась эта игра. Так, муткал, давай муткалим. Отлично. Теперь мы можем смотреть вот эти вот камеры, да? Блин, я вот эту игру на самом деле... немножко как-то стрёмно играть в нее. Не сказал бы, что страшно, но стрёмно. Так. Ага. Тут ничего. Короче, нам главное смотреть за порядком этих камер. Главное, чтобы никто на нас не напал там, лишних аниматроников. Все на месте, смотрите, все на месте. Вот, включая этот. О, Фредик, это ты, что ли? Да, это я. Но я как-то выбрался в реальную жизнь, я не знаю как. Короче, поставьте лайк, если вы знаете эту игру. Ха-ха-ха-ха. Да, ты умеешь выпрашивать лайки. Ладно. Что у нас тут? Пицца. Пиццерия, походу, да? О, это чувак, да? Я не помню, как его зовут. Может быть, вы помните? Так, что у нас тут? О, там какая-то вообще странная вещь лежит. Так, тут ничего. О, смотрите, там еще какая-то мишка какой-то странный. И вот это самый страшный, да, по идее? Блин, ну ладно. Ну, вроде бы пока тишина. Вроде бы тишина. Никто не хочет выходить на охоту. Но это же плюс в мне, как бы. Если они не хотят, то не хотят. Так, это до сих пор лежит. В смысле? Это кто? Фредик? Ты, в смысле, что там делаешь, чувак? Что он там делает? Я не понял. Это я лежу. Вот так вот. Как ты такое? Я сейчас тебе скример сделаю. Ва-ха-ха. Ладно. Короче, дальше смотри. Что смотреть-то? Да блин. Эти все Фреддики до сих пор стоят. Как бы. Ага, вот эти вот канализационные, точнее вентиляционные трубы. Хорошо. Отлично. Так, баллонс до сих пор стоит. Давайте вот я выйду с игры, когда хоть один аниматроник исчезнет, да? Например, вот тут. Так, подожди, там кто-то был? Что-то я не помню, друзья. Ладно. Так, тишина. Тишина первый день. Прям глушь. Так. Тут ничего. Так, этот Фредик еще сидит. Второй АМ, друзья. То есть второй час уже идет. Офигеть. Мне кажется, кто-то выйдет, да, сейчас? Так. Я вот, не знаю, хотел бы посмотреть, как они вот выходят, эти аниматроники. Так, нас все на месте. Че за бред вообще? Неужто ли? Заряжаем что-то? Не знаю, что мы заряжаем. Опа! Ха-ха! Один ушел, а я не знаю куда. Оу! Бонни, да, его зовут? Где свет? Все, до свидания. Я больше не буду играть в эту игру. Так что окей, нормально. Закрываем глаза. Пам. Куда я зашел? Kick the Bunny! Уу! Это интересная игра, слушайте. Но персонажа такого нет. Конечно, нету. А откуда еще мог быть? Ты же не играешь в эту игру никогда. Ну да, в принципе, ты прав, мистер Мид, ты прав. Ну да, что скажешь вообще? Твоя игра попадется? Не знаю, может быть. Но давай посмотрим Kick the Bunny. Мне интересно, что за эта игра. Ну да, мне тоже. А что не сыграл до конца мою игру? Не-не-не-не-не.
Что ты там говоришь, Кикзебани? Сейчас я буду издеваться. Так. Отлично. То есть мы можем вот так вот его троллить. Отлично. Можем какой-нибудь там пестик взять, там, не знаю. Предмет какой-нибудь. Фри. Воу, subscribe. А, ну не, извините. Так. О! Чувак. А сколько я могу кидать их? Оу! Смотрите! А если вот так вот? Офигеть! Просто дичь происходит! Смотрите. А, только определенное количество можно, да? Я-то думал, чисто как бы можно бесконечно кидать. Оказывается, определенное количество. Ладно. Что мы можем еще взять? Так. Что я взял? Это что такое? Мина? Оу, мина? Прикольно. Я давно не играл в эту игру, и довольно-таки интересная. На самом деле это мишка, да? По идее. Какая-то игрушка. Офигеть, можем очень много их... Воу! Чё ты там говоришь? Мне все равно. Отлично. Капец. Интересно. Хорошо. Следующая игра. Давайте выберем. Методом тыка. Еники, беники, ели вареники. А! Туда же зашел. Нет, не сюда. Еники, беники, ели вареники. Не зашло. Еники, беники. Пау! Куда зашел? О, сосиска, ран, сосиска. Да, друзья. Эта игра тоже интересная. Я помню. Да, давай. Давай сейчас сыграем. Так, как начать? Давай просто начнем. Поехали. Почему я в темном костюме? Не понял. Подожди, давай еще раз. На улице жара, я в темном костюме. Ёшкин кот, ну блин. Продолжаем играть. Вперед. Так. Чувак, главное, в воду не попадись. Отлично. А это что такое? Вау! А, хорошо. Нет! Да ё-моё, попался на этого кальмара. Супер, что сказать. Вперед! Просто нужно бежать, смотрите. Ту! А если вот, смотрите, попробуем сделать так. Просто возьмем сейчас и тупо будем бежать. Вот, беги. Отлично. Отлично. Ага! Водой просто в минус. Еще раз. Отлично. Вроде бы все получается. Ай, блин, ребятенок, нет. Окей. Следующая игра. Закрываем глаза. Бам. Куда я зашел? Айскрим? О май гад. Найс. Я не продолжил съемку, но мы играем сейчас в айскрим. Ничего страшного. И мы сейчас в гараже. Это первая часть, слушайте, да? Ой, блин, ты не продолжил съемку, хотя я так начинал. Да ладно, не плачь, айскрим, что ты будешь делать, а? Ну ладно, смотрите, что будет сейчас интересненькое. Да, смотрите. То есть, смотрите, вот он, мороженщик. Мы его сейчас обманем. Ха-ха-ха. Ну что, чувак, не можешь меня тронуть? Ха-ха. Ебой. Просто потерял меня, видите? Круто, да? Чувак, я тут. Чел. Воу, как он меня не тронул? Что за фигня? Смотрите. Надо тише поставить, а то орёт сейчас. А, отлично. Поймал меня гадюка все-таки. Да, кстати, я не помню конечную сцену в этой игре. Вы помните? Я что-то не сильно помню, друзья. Так, тут у нас полки какие-то. Да, кстати, я вот забыл вообще про эту игру. Чувак, здорово, я тут. Я полностью забыл и не помню, что как нужно делать. Так, тут баг не сделать. Смотрите, он думает, что кто-то есть рядом. Но, увы, чувак, прости, но никого там рядом нет. Ты просто через стенку смотришь на меня и все. Вот так вот. Чё, чувак, не можешь меня тронуть? Ладно. Следующая игра. Методом тыка. Пау. Пам. А. Пам. Куда я зашёл? Никуда не зашел. Бам. Да ё-моё. Бам! Да ёшкин кот! Зайдись куда-нибудь! Да ё-моё, не заходит!
А, Соник зашел. Ну да, конечно. Закрываем глаза. И методом тыка. Пам. Да ёшкин колокошкин! Hello, neighbor! Oh my god! Многим любимая игра, кстати, я хочу вам сказать. О, да! Я тоже свою игру люблю. Классно она сделана. Да, чувак, давай тебе шалбанчик поставлю, ты уйдешь. Не-не, подождите. Вам нравится вообще Hello, neighbor? Также соседи, поставьте лайк и сюда. Ладно. Ну что, можно шалбан? Да, можно, делай. Пиу! Пиу! Отлично. Пропускаю все. И продолжаем игру. Третий акт, друзья. Там очень сложно. Я пробрался уже в дом. Так и не понял, что нам нужно делать. Нужно найти ключ какой-то синий. И так далее. Сейчас мы разберемся. Сейчас попутно все разберемся. Так. Вот мы появились. Вот в доме. И у нас залагало. Ну. Отлично. Все хорошо. Теперь можем идти. Открывай. Вот так вот выглядит дом. Блин, вот я бы хотел бы забраться на вот эту вышку. На самую верхнюю, да? На вот эту мельницу, блин. Но, чтобы туда забраться, конечно, надо иметь очень много мужества и силы воли. Так. Опа. Отлично. Так. Чувак, ты где? Оу, щет, поймал меня! Гадюка! Ах! Не говори, что... А, отлично. Блин, вечер. А, ладно. Утро вечером мудренее, как говорится, да? Поэтому лучше бы, конечно, утром. Смотрите, он нашел меня как будто. Ау, он же выходит через эти... Ау, я забыл. Смотрите, еще ночь? Офигеть. Тут еще ночь есть. А у реклама-то не вышла у меня, лянь. Ладно, может быть, ночью я потихоньку проберусь. С гуще этих... Как бы в просторах игр. Так. Отлично. Ты же меня не тронешь? Камеры. Камеры твои девизии. Ты меня... Вы меня палите. Ау! Они меня палили. Нечестно. Беги, 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 беги. Так. Супер. Все. Фух. Отлично. Вроде бы потерял. Ё-моё, как мне забраться вообще туда? Давайте подумаем немножко. Вот тут есть какая-то лестница... Так, тут еще что-то есть. Сюда мы не заберемся. Открывай. Открывай. Не открывается, ладно. Тут что у нас? Опа! Опа! Америка, Европа! Азия, Евразия! Что за безобразие? Ву! Пошел вон, слышишь, ты меня не догонишь. А, блин, мешает мне этот тупой сосед. Сам ты тупой, понял? Я еще как умный, знаешь? Так, открывай. Вот сюда, видите? Ой-ой-ой, что-то я потерялся. Вот это вот очень сильно сбивает. Так. Мы забрались сюда. Вот тут это, смотрите, мы открыли все. Только тут нужен ключ теперь, да? Где его найти? Карл, вообще не знаю. Так. Давай тогда сюда зайдем. Давай. Кстати, вот это что такое? Можем уже чак тронуть этот? Да, можем. Ну-ка. Закрыл, отлично. Так, открыли. Ну, тут, конечно, мы не откроем ни одну дверь, потому что все заперто странным образом. Вот тут нужен желтый ключ. Конечно же, пока неизвестно, где их брать. Может, кто-то знает, пишите. Так, ну тут у нас нужен прыг-скок. Прыг-скок, отлично. И вот так вот это все выглядит. Ладно. В принципе, очень прикольно, да, мы поиграли. И подборочка против подборочки, да, вот такая вот подборочка. Смотрите, ой, Hello Neighbor, у тебя там задан наперед. И против этой подборочки. Ну что, в следующие игры будем в эти играть подборочки, как вы думаете? Конечно, да. Зачем мы сюда пришли тогда? Ну да, конечно. Да, но наша подборочка самая лучшая. Да, конечно, лучшая. Ну да, давай подписчики решат. В следующий раз мы сыграем, знаете что? Вот эту подборку. Смотрите, вот эту. Посмотрите, сколько тут соседей. Хотите, друзья, поставьте прямо сейчас лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Все, с вами был я, Игорь Кудор. Всем удачи, всем спасибо, всего хорошего, делайте добро, не делайте зла, будьте с нами, спасибо, всем пока-пока-пока.